Слушай, я знаю, ладно. Вообще, спасибо, что тебе была всегда в порядке. Я помню. Вот, на, я, вот сняла дальше. Давай, бери. И вниз, и ту, и внизу. Бери, бери мне с двух сторон. Вова, давай, как я их одеваю, ты бы знал, не дай бог. Ну, куда деваться? Вот, сказали так, а мне кажется, это пустое дело. Ты не хочешь сок из-за того, целый что... день. Я должна ходить, а на ночь я должна их снять, ну, конечно, это помыться, а вообще, ну, как если снять, ноги намазать, у меня мазь же, они мне... Так вот сок помогает, а? Летом сок помогает, просто выжить из овощей, которые Сергей делает. Как? Сергей что делает? Сок свежевыжатый из овощей. Так. Это помогает как раз вот для ног, это поможет. Постой, так он обматывает или смазывает ноги. Просто пьет. Нет, это не поможет. Нет, Саша, нет, не поможет. Нет, это не поможет. Маша ездила в Кемерово. Говорит, целый час. Ну, один слон, она ее так, чтобы ты познакомилась. Говорит, это кровь не проходит, это здесь, вон, какие были. И это шприцем вытаскивали эту кровь. Ты представляешь? Не знаю. Но мне стали мозги разрешены. Я пришла, и это все показала. Я говорила, что будет больше посмотреть. Только все сказали. Надо меньше ходить, тяжелое у нас и все такое. Ну что, я в доме буду сидеть, если сижу. Думаю, может, что другое дело. А так я буду сидеть. Было бы, что умирать. Ну, вот посмотри, да, что интересно. Это не правда. Покажи, посмотри, если будет продолжаться. Тоже не все, если не правда, что-то не будет. Я думала, что будет меньше вот этих синяков. А вот, что остановит. Маша, я говорю, Дело в том, что надо...